Ты нас всех угробишь! Оу! Все ютуберы вам врали, друзья. Вы видели, как они якобы убили Чарльза, проклятого поезда паука Чарльза. Но все это фейк. Ибо если не фейк, то почему я до сих пор слышу его в этих лесах? Все потому, что ложь была на ютубе все это время. Чарльз не может быть убит, пока я его не убил. И именно этим я сегодня займусь. Убийством этого паучка. Сейчас у нас с вами очень ответственное задание. Очень ответственное и очень задание, которое вот здесь находится. Это, по-моему, даже последнее задание основное. Все остальные допы. Стоп, задание с оружием. Тормози! Тормози, 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 тормози. Я должен получить новое оружие. Хотя мы почти доехали. Стоп, тормози. Едем обратно. Чё там по заданию? Мадам, а вот и охотник на монстров. Это я. Но это будет необычная охота, заметь. Мы уже пробовали одолеть Чарльза, но если его сильно ранить, он скрывается в лесу. Да, я тоже это видел. Но кажется, мы все-таки придумали, как выманить его на бой. В разных частях острова в главных шахтах хранятся 3 яйца. О боже мой, я уже давно знаю, я уже 2 яйца собрал целых. Мы считаем, что если вставить эти яйца в призму в храме центра острова, это спровоцирует Чарльза сражаться насмерть. К сожалению, Уоррен Чарльз III, владелец добывающей компании, выставил внутри каждой шахты вооруженную охрану для защиты яиц. Там дальше по путям будет шахта. Там лежит одно из яиц. Вот ключ от шахты. Вход я отметила на карте. А что, Чарльз III раздавал всем ключи, или ты подобрала их каким-то образом? А это не тот мост, который я минировал. Нет, это другой. Тот был побольше, позначительнее. Вот наша шахта. А мы разве не были там? По-моему, мы там были. Кто его знает, были там или нет. Давайте пойдем вот сюда на задание с оружием сначала. Какие у нас там параметры? Мы практически не прокоцаны. Мы можем броню прокачать себе. Все, больше не можем. А больше и не надо. И так хватит нам. Выбегаем. Сейчас чихну, ребят. Сейчас чихну. Лайк, чтобы я не чихнул. Хотя чихать приятно. Лайк, чтобы я чихнул. Сочно, знатно. Что? Что случилось с твоим сараем? Я сделал огнеметы для защиты своего жилища от этого паучьего поезда. Но, как видишь, мой план немного прогорел. Ты сам спалил свой сарай? Я чуть не пожарился в своем сарае, пока его испытывал. 1000 чертей. Нельзя было испытывать его на открытой местности. Сарай хотелось бы сохранить. Если каким-то чудом огнемет еще будет работать после пожара, то так уж и быть, забирай его себе. Ты ведь, кажется, тот самый охотник на монстров, о котором все говорят. Так что оружие тебе пригодится. Окей, задание. Задание у нас. Найдите способ потушить огонь. Вообще тут дождливо. Я думаю, скоро сам потухнет. И в целом, реально, сарай уже почти догорел. Может быть, просто оставить как есть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сори. Во, нашел способ. Ты, блин, не мог найти способ все это время, да? Ты идиот! Тебе вообще не стыдно? А, тупица. Потушить пожар, опрокинув бочку с водой? Гениально, ей-богу. На, держи дихлофос, черт бы его побрал. 1000 чертей, убери эту штуку с глаз моих. Я так понимаю, она где-то здесь? О, новая краска, оранжевая. А я люблю оранжевый цвет. Направляемся в эту шахту, последнее яйцо. Погодите, где огнемет? Стоп, я не вижу. Погоди. Вот же он. Неплохо. Но мы начнем, пожалуй, с пулемета, а потом будем потихонечку усиливать, так сказать, пламя. Чух-чух, Чарли. Стоп, мы здесь. Я идеальный кандидат, чтобы убить Чарльза. Неудивительно, если люди даже не знают, как тушить пожар, когда рядом бочка с водой. Хорошо, мы открыли шахту. Ну что ж, понеслась. Эх, мне бы сейчас пулемет какой-нибудь в руки. В целом, я думаю, мы можем сделать все по старинке. Просто пробежать мимо. Здесь есть записка. Срочное донесение господину Уоррену. При разработке самого дальней штольни за проломленной стенкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем. Мы просим господина Уоррена прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, Юджин, это он. Это я, это он. Смотрите, тут нужны отмычки. Я так и не нашел ни одной отмычки, не понял, где их искать. Наверное, у какого-то NPC, но я забил, в общем. Здесь мы не пройдем никуда. Неужели это будет самая длинная шахта? Здесь вообще кто-нибудь есть? Я не видел здесь охраны. Обычно охрана еще возле шахты ходит. Да, они здесь. Они здесь. Черт. Окей, ушел. Значит, мы пойдем в эту сторону. Здесь их лежбище. Так, я понимаю, он пойдет в эту сторону, по кругу ходит, да, здесь, скорее всего? Да, это его waypoint. Смотрите, какой он... Какой он идиот. Его одного оставили охранять яйцо. А, блин, черт, увидел меня. Ну ладно, мы уже убежали. Все. Ну все. Ну ты просрал.
Смирись. Или ты хочешь испробовать мой огнемет? Он, наверное, очень хочет его испробовать. А! Ты что такой быстрый, резвый? Стоп, налево. Окей, 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 бежим. Он бежит за нами. Все по плану. Давай, давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Ох, сейчас спалим его. Ты за мной? Умница. Так, 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 так. Огнемет. Гори, бич! Не понравилось, да? Мне это как понравилось. О, стоп, давайте перекрасим в оранжевый. Тоже хорошо смотрится. Вот эти цвета не подходят, как мне кажется. Черный слишком грязно. Как будто мы все в копоти. Ладно, давайте оставим желтый. Классический, мне он нравится, на самом деле. Что у нас по заданию? Призовите Чарльза. Я думаю, вот что нам нужно сделать. Сейчас быстренько прошаримся здесь. Тут наверняка еще есть, да, ошметки металла, которые нам пригодятся еще. Неизвестно, как долго мы будем дубасить Чарльза. Или он будет дубасить нас. Просто поехали, неважно. Я думаю, мы убьем его рано или поздно. Так, мы слышим? Мы слышим его? Или это просто мы? Стоп, это ящик, это ящик, это ящик. Стой, 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 стой. Прекрасно. Стоп, а это что за место? Разве мы здесь... Мы здесь уже были. Вы помните, как мы здесь были? В одной из предыдущих серий. Надеюсь, вы смотрели ее. Но сюда мы снова не пойдем. Мы отсюда призрака изгоняли. Вот что мы тут делали. Я надеюсь, вам не слышен звук ремонта. Отвратительный звук сверления. Как же он мне достал каждый день, каждый час. Без перерыва. Даже 2 января, даже 1 января они сверлили. Я желаю им зла. Я Чарльзу столько зла не желаю, сколько им. Потому что Чарльз ничего плохого мне не сделал. Ну просто он такой. Ну просто вот он любит убивать всех вокруг. И откладывать яйца. Интересно, если Чарльз откладывает яйца, то получается он самка. Но зовут его Чарльз. Но это она. А кто его обрюхатил? Стоп, на этой станции много барахла. Сейчас надо быстренько залутать все, что есть здесь. Нормально так, штук 20, я думаю, мы здесь найдем. Извиняюсь, друзья, я знаю, скорее всего, это слышно, это сверление. Вы знаете, я всегда стараюсь сделать для вас выпуски максимально качественные. Поэтому я... Ни разу за всю историю канала не менял камеру и микрофон. Но тем не менее, я умею выжимать хорошее качество из дерьма. Это моя специальность. Но вот это, я не знаю, как от этого избавиться. Поэтому простите. Простите меня за их бестактность. Откройте дверь, пожалуйста. Я войду, да? Да, конечно же. Говоря о бестактности. Ты, наверное, ждешь, что я начну выполнять какое-то из твоих заданий. Но этого не случится. Я просто проеду дальше. Остановлюсь вот здесь и выстрелю в твой дом из базуки. Вот что я думаю о твоем задании. Ладно, поехали. Вот оно. Вот оно, мы уже видим огоньки. Слышите? Посвистывает гнида. Окей, сейчас давайте справимся с ним. Оп, не убил? Бежит сюда. Скорей. Оп. Черт, не попал по нему. Ладно, давайте возьмем огнемет. Куда он бежал? Дезертир! Они все убежали. О, нет, стоп, стоп! Чуть-чуть вперед проедем. Теперь назад. Гарибич. Гарибич. Сбить. Хорош. Давайте-ка поставим вот этот пулемет прекрасный. О-о-о. А, кстати, они могут прокоцать мой поезд, оказывается. Ладно, все, мы приехали. Пора. Охрану нейтрализовали. Блин, вот будет забавно, если у Чарльза окажется какой-нибудь муж, самец, который нам отомстит за яйца. Тихо. Человек. Человек в маске. Нельзя, чтобы он меня видел. Такой он позитивный, даже не хочется его убивать. Сейчас побольше металла соберем. Оу, ноу, ноу! Но мне нужно все равно в этот дом. Погоди, хочу в дом. Закрыть, закрой, 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 закрой! Сволочь! Открой, открой! Ау! Неприятно было сейчас. Все, он отстал от меня. Ладно, я думаю, пора наверх. О-о-о! Черт! Срочно на поезд! Нейтрализовать! О, металл. Какие же они шустрые. У них точно такая же скорость, как у меня. Вперед! Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Стой назад! Стой назад! Вон он! Мне нравятся звуки их боли, честно. Нет, ничего прекраснее, чем эти крики. Ладно, в целом я уже собирался идти наверх. Давайте пойдем наверх. Сколько можно тянуть? Что? Нет. Ты что, серьезно? Ты решил сейчас появиться? Заходим. Что ж, пора ставить яйца. Чарльз предвидел это. Он чувствует. Скорее, пихай яйца, не думай. Почему так долго? Почему ты не торопишься? О, нет.
Прочь от святилища, чужак. Ты не понимаешь, что творишь. А теперь медленно и аккуратно положи яйцо на землю. Слишком много людей пострадает из-за этого вашего плана. Такой он весь богатей, злодей такой. Со своим пенсне. Нет! Проклятие! Ты нас всех угробишь! О, боже мой, вот он, Чарльз. Эти яйца делают его только сильнее. Вот в чем был план Юджина. Сделать его сильнее и заставить поверить в себя. Зря ты в себя поверил. Все испугались. Может быть, они наоборот оберегали, чтобы никто яйца туда не вставил. О, блин, он хавает богача. Что, в могилу не заберешь все свои богатства, да? Давай быстрее. Погнали! Погнали! А! Че у нас там? По броне. Бронь в порядке. Стреляй. Нам нужно заманить его на мост. Чарльз. Чарльз, отойди. Стой, стой. Слишком больно будет мне. Так. Гори, гори. Отойди, отойди, отойди. Надо его отодвинуть подальше. Меняем на пулеметик. Пулеметик. Что у нас по поезду? Хорошо, броня еще есть. Держится. Надо бы залечиться чуть-чуть. А-а-а! Нет. Уйди, сказал! Плохой, плохой паровоз! Я не знаю, куда я еду! Опа! Ты что-то сделал правильно? У него какая-то новая способность открылась, или что? Вау! Пошибай! Хорош! Попал! Мы в самом начале игры, походу! Давайте поджарим его! Поджарим его! Чтоб ты горел, как небеса здесь! О, боже мой! Стойте, стойте, стойте! Залечиться! Что у нас есть хорошенькое? Вот что. Пях, пях, пях. А? Ты где? Фу! Как ты это сделал? По лапам ему, чтобы споткнулся. Огонь! Огонь поможет его чуть-чуть оттащить от нас. Чтобы отошел, отстал, отстань, отстань. Фу, гадость. Есть. Че, как? Да реально он телепортируется. Это его новая способность, фича, о которой никто не знал. Стой! Мой паровозик! Успел. Успел. Куда дай? За мой паровозик! За паровозик и двор! Стреляю в упор! Стой! Все хорошо, все хорошо! Еще есть чем лечиться! Есть чем стрелять! Давай, вот, жарим, жарим, жарим! Хорошо жарится! Теперь срочно... Гранатомет! Вот, хорошо! Нет! Сейчас не стреляем, и плохо будет самим! Стой! Паровозик чиним! Чиним! Вот! Держим его на дистанции! Есть! Да! О, ты бесполезен! Ты ничего не можешь! Ты беспомощное, просто членистоногое, убогое создание! Сейчас тебя поджарю! Ни одна букашка не стоит против пламени! Приятно, так, надо его отодвинуть подальше! Стреляй, 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 стреляешь, умница! Еще чуть-чуть осталось. Держи дистанцию. Че у нас? Чуть-чуть, чуть-чуть еще. Опа, это все. Это все, ребят. Давай, последний выстрел. Последний. Я же сказал, последний выстрел. Стреляй. Да все, он дохлый. He's dead. Super dead. Где мы? Мы на мосту. Мы на мосту! Это был самый легкий босс в моей жизни. Человек такой, нет! Нет! Почему я такой беспомощный? О, эффектно. Эффектно. Fatality. Да? Это был Fatality. Похож на Fatality. Игра Гевина Айзенбайса. Крутой чувак этот Гевин. Во-первых, он очень классно захайпил свою игру, несмотря на то, что это просто один сам по себе разработчик. И вот он сделал просто прикольный видео-влог о том, как он эту игру разрабатывает. И таким образом он привлек много внимания к своей игре. Прикольно, игра прикольная. Единственное, что в ней очень мало вызова. Как мне кажется. Особо добавить-то даже нечего. Ну, как бы мы поиграли, было прикольно, просто атмосферно, я бы сказал. Да, игра получилась атмосферной. Осталось теперь сделать ее, ну, она играбельная. Очень даже
все круто сделано в плане управляемости и прочее, но вот вызова мало. Первый раз, когда я столкнулся с Чарльзом, да, я прям офигел. Смотрите, это новое яйцо, которое осталось где-то в недрах, и сейчас родится маленький Чарли. Это будет очень мило на самом деле даже. Это будет милая концовка такой игры. Хотя, может быть, там родится Юджин. Было бы тоже очень неожиданно. Это целая преисподня с кучей яиц Чарльза. Эта история никогда не будет завершена по-настоящему. Он будет возвращаться снова и снова. Что ж, друзья, вот она, вот эта самая игра. Чуть-чуть Чарльз, наконец-таки мы ее прошли. Я знаю, я долго выпускал эти выпуски. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайк. Пишите в комментарии, какую еще игру вы хотите увидеть у меня на канале. Может быть, что-то типа такого, может быть, что-то типа другого. В общем, пишите, подписывайтесь на канал также. Вступайте во все мои соцсети. Ну, короче, вот эта вся канитель, как обычно. Знаете, что я просто вас, друзья, очень сильно люблю. И жду вас здесь, на своем канале. С вами был Юджин, и всем пять!